Всем привет, ребята! С вами я, Умар ТВ, и сегодня мы будем знать имена животных. Давайте. Каких животных? Динозавров. Все, давайте. Угу. Вот это там. Спинозавр. Не, это стегозавр, да? Стегозавр. Угу. Еще. Вот это. Вот это стегозавр, а тот спинозавр, да? Это стегозавр. Спинозавр. Угу. А вот это. Где у нас трицератопс? Трицопратус. Угу, еще. И вот. Это кто у нас? Это Овираптор. Овираптор. Да? Овираптор, да, это? Угу. Еще кто у тебя есть? Ну-ка. Еще есть. Зауропод у нас травоядный, да? У него длинная шея. Почему у него длинная шея? Потому что он питается травками. И? Деревьями. Листьями на дерево. Листьями. Ему нужна длинная шея, чтобы доставать высоко растущие ветки деревьев, да? Молодец, еще. Еще какие у тебя есть? А кто такой анкилозавр? Анкилозавр. Вот это да, анкилозавр. Ну-ка покажи, какой у нас анкилозавр, да? Маленький, да? Молодец. Ну-ка, что еще у тебя есть? Еще спиц. Это овираптор, да? Овираптор, да? Какие у тебя еще есть животные? Ну-ка покажи. Это у нас стегозавр, да? Это у нас кто? Это у нас спинозавр. А это у нас тоже спинозавр, да? Ух, как много. Это у нас кто? А вот это у нас трицератопс. Да, а это кто у нас? Эй, это же не животное. Это у нас, значит, динозавры закончились, да? А еще какие у тебя животные, сможешь нам рассказать? А теперь животные. Так. Это лягушка. Так, еще что у тебя есть? А вот это ящерица. Молодец, еще что у тебя есть? А вот это змея. Молодец, еще что у тебя есть? Это тигр. Еще. А вот это слон. Еще. А вот это. Это кто у нас? Это какой-то ящер, да? Варан, да? Какой-то ящер, варан. Да, еще. А вот это. Это у нас какой-то кабан, да? А вот это какой-то кабан. Ну все, попрощайся со своими дорогими телезрителями. И все, мы на этом заканчиваем. Всем пока. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.